Тем временем Польша после теракта в Брюсселе отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. По словам пресс-секретаря правительства этой страны, власти не могут допустить, чтобы события, которые сейчас происходят в Западной Европе, повторились на территории Польши. В прошлом году Варшава согласилась разместить у себя около 7 тысяч беженцев, однако сейчас там заявляют, что пока в ЕС не появится надежный механизм проверки нелегалов, действие этой программы невозможно.